С 15 ноября в Якутске стартует второй этап записи в первые классы. Напомним, первый этап прошел с 15 октября по 8 ноября. В управлении образования отметили, что он прошел успешно. В первом этапе приняли участие 11 востребованных учебных заведений. В первый день поступило около 1000 заявлений, из них только 770 получили статус очередников, поскольку остальные зарегистрированы от горожан, которые не проживают на территории города, закрепленной за школой. Согласно законодательству, все остальные родители могут обратиться в любое образовательное учреждение с 1 июля, куда их обязаны принять при наличии свободных мест. В этом году в Якутске в первые классы пошли 4933 первоклассника. В следующем учебном году их будет уже около 5500.